И всем привет, дамы и господа, и снова два упоротых мута человека с вами, Кирич, привет! И я тут, да, привет. Привет, Кирич. Сегодня мы такие необычные, ты сегодня я? Одетый, а я тоже одетый. Это куда необычно. Тихо. Я всегда одет. До съемки ничего не было. И сегодня мы будем бегать, и будем бегать мы на моем сервере. Бегать. Почему я ударился? Черт, мой геймод пропал. А что мы будем делать все-таки? Мы, короче, феи, смотри, есть такая штука, мы феи, короче. Ты еще феей не был ни разу, но мы феи, я короче. Не фея. Нет, ты будешь феей, я тебе потом. Я фея? Да, я тебе. Я говорю. Похож на фею? Покажись. Да, где я здесь? Покажись. Мне кажется, я какой-то шахтер. Черт. Вроде. Да, черт с тобой, будешь фея шахтер. И теперь ты у себя там в руках, я тебе выдавал подарочки, да, типа... Ты, да, у меня вот смотри, что здесь, оп-оп-оп-оп, выбирай, бросок. Оп-оп-оп-чи-да-оп, а мы танцуем, оп-оп-оп-чи-да-оп. Так, ладно, окей, давай поставим точки такие. Мы у меня на сервере Hightech, на первом сервере. Я люблю этот сервер. Он любит этот сервер, потому что там хоть кто-то что-то дает. Ну, в смысле, коробочки. Ну, да. И давай, Кирич, начнем с рандомных телепортаций. Я думаю, давай вот ты как новичок, как новенькая фея, свежеиспеченная, начнешь первым. Давай его. Мне выбирай до кого-то. Да, телепортируйся как-нибудь. И я попал к Диана Мод. Так, я вижу Диану Мод. Диан... Я да. Вот у нее, короче. Привет. Короче, я какой-то привет, Диана Мод. Эй! Она похожа на тебя, слышишь? Да, она похожа на. Она исчезла. Куда она? Чувак, она исчезла. Эй, в смысле она исчезла? Чувак, я сейчас сиди сломаю. Мне кажется, нас обманули, она исчезла, чувак. А как? Как сундуки сами открываются? Это я их открываю. Вот смотри, ох, вот. Ох, ты тут, невидимка. Вот я рядом. Нет, я подожди. Иди еще раз ее найди. Быстро еще раз к ней телепортируйся. Она исчезла. На связи, понял. Она не могла нас так обмануть. Так, сейчас мы ее найдем. Где она? Так, ты нажми, слышишь? Короче, нажми на Е, чтоб, ну, на Т, в смысле, чтобы вводить, и стрелочку вверх, и все будет норм. О-о-о, вот она, все. Нашел? Я с ног не... Да-да-да, она где-то наверху. Она чидит. А-а-а, я падаю! Так, поднимайся, вот она. Чувак. Алло. Чувак, напиши что-нибудь, напиши привет. Привет. Привет-ки. Привет. А че она так пойдет на нас, знаешь, типа, смотри, какие глаза такие широкие, такие, оп-оп. Типа, глаза такие, пум. Можно, пожалуйста, только не в лице, это самое дорогое, что у меня есть. А че она делает? Как она кричит, привет. Че делать? Я не знаю, мы должны как бы. А можно я что-нибудь скажу? Алло. Алло. Не точно? Я это слышу, господи. Я слышал это. А чё она так пасёт? Она? Поговори с нами, девочка. Скажи нам что-нибудь, пожалуйста, и мы тебе что-нибудь дадим. О, тебе ужасно слышно, кстати. Да? Очень плохо. Да. Так что давай ты у нас будешь птицей-говоруном. Я? Да. Я птица-говорун. Алло. Отличаюсь умом и сообразительностью. Ну а чё она не говорит? Что Диана. Хотели? Диана, привет! Она что-то этот вообще. Она что-то... пассивная какая-то, мне она нравится. Вообще... Можно ударить? Да, можно. Не включил ПВП. Ты не можешь ударить, да? Я не могу. Чем мне сделать? Она не говорит, пошли от нее, Кирич. Так, давай, брат, мне не получилось, давай ты, короче. Давай я. Ты ж сможешь на меня телепортироваться, да? Да, брат, на связи. Давай. Кирич? Да? Тут такое дело, короче, я к тебе телепортировался. На рандоме. Друг, пошли, тебе подарки буду выдавать. Иди сюда! Я за тобой. Где подарочек? Иди сюда! Вот он подарок. Блин, смотри. Можно я подарок сам себе выберу? Нет! Ну ё-моё. Смотри, короче, поскольку ты мой очень близкий друг, да, я тебе подарю вот такую самую дорогую коробку, да, и потом еще так, типа, рандомную коробку, потому что, чтобы ты попетушился немножко. Ух ты. Открывай. Да? Теперь что? Вы можете поместить, что это такое? Mystery Box. Это маяк. Ууу! Чувак, это маяк.
Хватит маяки ставить, я всего понял, один понял. Подарил. Классно. Давай еще одну, что ты там еще? Я тебе еще что-то дарил. Ириди выбор. Ой, все, шахтер ты наш. Это вот тебе вот в день шахтера этот. Ой, что мне бурить? Да, иди. Что мне идти? Вот, я нажал, да. Ой. Все, хватит бурить, перестань, ты меня так всю карту сломаешь. Перебурил. Так, ладно, окей, давай теперь ты телепортируйся кому-нибудь. Опять я? Ладно, все, да. Так, сейчас все будет, брат. На связи. Так. DS-505. Да, я на тебя телепортируюсь. Я у него, он где-то этот... Скажи... Знаю, где. Брат, привет, привет, брат. Приветик. Брат, привет, привет. Он что-то... Слушай, он что-то... Он что-то делает. DS-505, алло. DS-505. Спасибо. Вставляй. Алло, брат. Алло. Кириш, алло, Кириш, алло, быстрее, брат, быстрее, алло. Кириш, сюда, стань сюда, вот. Быстрее. Тебя не видно. А, вот так вот, вот так вот. Вот, все, тебя видно. Смотри, короче, заставляй его этими. А, тихо, понял. Где они? На колесико нажми, наведи на стекло и нажми на колесико. Интересно, он отсюда выберется или нет? Не, никогда. Просто если это не его дом, то он не выберется. Ладно, окей, пошли, теперь я кого-нибудь найду. Ой, он очнулся. Тихо, блин. Чок, он выбрался. Я все застроил. О! Чувак, вообще тебе он написал. О! Можешь мне что-нибудь ему сказать? Да. Привет. Алло, брат, привет. Привет. Он сломал! Черт, он вышел. Попроси его, короче, прыгни 10 раз, и мы подарим подарочек. Давай работай, брат, ты получишь. Давай, Кирич, ты тоже. Работай. Брат, ты получишь. Подожди. Давай. Петушки. Давай. Чё он не прыгает? Ну, чувак, ну прыгай, пожалуйста. Мы потом пройдем игру. Мы с тобой игру проводим, друг. Друг, мы с тобой игру проводим. Мы проводим игру с тобой, ты должен попрыгать. Ну, давай, работай. Давай, чувак. Ну, чё он не прыгает? Я не знаю, он скучный. Блин, ну какой ты вообще? Надо было закрыть его и пусть он сидел бы здесь. Слушай, он не хочет прыгать, все, он не прыгает. Он не хочет подарки. Пять? Понял. Все, пошли отсюда, Кирич. Он открыл себе что-то, я не дам. Он плохой, пошли, он не хочет прыгать. Пошли. Ну, не хочет. Давай теперь ты этот. Теперь так. Ты телепортируйся. Нет, я это тебе телепортировался. А, это ты телепортировался, да? Ну, давай я. Слушай, мы так никогда никому подарки не выдадим, если отвечаю. Нет, все подарки. Я жалко. Ладно, не все, давай. Так, ты кому телепортировался? Я нашел чувака, Ник Фит, но ты можешь телепортироваться на меня. Он тут смотрит в небо. И я... Мне кажется, он завис. Алло. Ой, там на них зомби нападают. Нам их спасти? Не, мы должны к этому с киркой доколпаться. Да, Ника Фит. Алло. Да, Ника Фит. Парень, ты жив? Парень, очнись. Да, прием, связь, прием. Вообще плохо, да, там? Он поймет? Он не поймет. Да, алло, брат. О, я тебя слышу, а он что-то... Найк, друг. Друг, привет. Брат. Почему они все такие, знаешь, типа, я не хочу ничего. Чего они вообще? Вы настоящие. Да. Нет. Мы. А, да, ладно. Да. Черт, чувак, ты пиксельный. Да. Я не пиксельный. Что ему делать? Как ты думаешь, что ему делать? Мне кажется, пусть он это споет. Нет, не сможет петь же. Черт, давай я его попрошу покружиться.
А пусть у нее голова кружит, как бешеный. Просто бешеное у нее желание. О, погружись. Покружись. Покружись. И получишь. Смотри, смотри, он кружится. О, молодец, молодец. Дай ему синенький подарок. Ну, наконец-то мы подарок дали. Наконец-то. Ура, наконец-то. О, боже, ему энергоемкость. Слушай, смотри, поскольку его мало, давай ему еще я дам подарочек, и ты какой-нибудь один любой. Можно? Поскольку его мало. Да, он молодец. Яички чешутятся. Яички. Черт, вас сейчас убьют. Вот черт. Окей, что, справился. Дай ему какой-нибудь подарочек. Дай ему последний подарочек, и мы найдем последнего нашего участника. Что-то он... Давай, на, держи. Что-то ты промахнулся, Кирич. Что он не хочет? Ну, блин. Кинул сверху такой. Что он не хочет? Я ему дал, вон. Черт, по-моему, он от голода умирает. Надо ему еды, наверное, дать. Такой мистер бокс, ему выпала роза. Смотри, смотри. Это то, что надо было. Парню выпала роза, он побежал их садить сразу. Я ему еду дал, парень. Возьми еды, пожалуйста. Вас слышно, нет? Нет, тебя не... Ой, он что-то говорил. Сказал? Ты слышал, а? Что-то говорил. Сахарок говорит. Какой ты сахарок? Я не... Пошли отсюда. Побежи. Я не хочу быть. Супермены скрываются. А где ты есть? Я под водой, я прыгнул в речку. Можно мне под водой тоже? Прыгай ко мне. Тут такая речка идет, короче. Дружи, а вот он ты. Привет. Здорово. Телепортируйся, давай. Давай, давай, ты последнего чувака, короче, телепортируешь. Ты к нему, там, ты. Да, я понял. А я к тебе уже. Вот. Турбо! Я вот турбо. Ты у турбо? Я. Турбо, стой, турбо, 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 турбо. Чувак, привет, турбо. Мы пришли тебя избивать до полусмерти. Черт, он переоделся. О, какой он красивый, оранжевенький. Могли развиться. Там ты тоже кого-то слышал, да? Это сахарок какой-то там болтает. Сахарок, я боюсь. Давай ему что-нибудь, пусть он это поприседает. Пусть он занимается, дрыжет вонючий. Пусть он попку покачает. Давай. Смотри, я буду манить. Оп. Смотри. Еще. Мало. Еще. Смотри, как врет парня. Чтоб работать. Нифига его прет. О, все. Смотри. Ладно. Окей, подари ему. Вот это ему. Давай, пусть он это возьмет. Стой. Он, по-моему, прыгнуть хочет. Нет, парень, суицид не вариант. Нет. Парень. Оп, он подобрал. Тихо, чё. А тут нельзя открывать. Это спавн. Давай я его заберу куда-нибудь. Случайно. Да. Как там его ник был? Турбо, да? Турбо! Сейчас я его к себе заберу, тут дадим ему подарочки, и уже можно будет попрощаться. Хорошо, я к тебе, брат. Турбо-лагер. Оп. Я неправильно, синтаксис. Черт, я должен к нему телепортироваться. Черт. Да, ко мне телепорт, а не его, я не знаю как-нибудь. Я сейчас его заберу, блин, он не хочет ко мне уходить. Вон он убегает, он убегает из спавна, все нормально. Пошли за ним, брат. Давай, да. Все, он вылетел за пределы спавна. Все, давай. Стой! Он убегает от нас, по-моему. Ой, давай, открой. Ой, ему семена тыквы! Кирич! Ура! Семена тыквы! Говорит, класс! Можно я чуть-чуть еще подарю, Андрюш? Да, подари ему что-то семена тыквы, знаешь, так типа. Что-то какие-то семена тыквы. Ребята пришли раз в год, что-то семена тыквы дали и ушли. Да, классные. Классные ребята. Давай, работай. Ой, кожа. Это коронка? Воу! Черт, давай ему дам донатерскую коробку, чтобы он это, типа, все, чтобы ему сейчас что-то крутое выпало. Это самая дорогая коробка, которая только есть. Давай. О, ему выпало МФСУ. А что такое МФСУ? Это долго делается. О, видишь, как он радуется, смотри, как его прет. Я тоже так могу. Нифига его прет. Можно... Смотри, Андрюш, что у меня есть. А это что такое?
Че это такое? Ты сейчас похож на холодильник почему-то, я не знаю почему. А можно я еще повибрирую, как он? Давай повибрируй. Фига. Он, короче, сфоткаться хочет. Кирич. А, можно? Фоткается. Мне надо снять эту фигню, да? Сними эту фигню, он сфоткается с тобой. И я не знаю, когда он смотрит. Давайте все так вместе ходить, как петушки. Так. Все, я не знаю, как петушки выглядим. Ну ладно, оп. Я думал, он нас заскриншотит. Так что все, полетели, короче, прощаться. Прощаться, да-да-да, брат. Брат, так... полетели прощаться. Да я где-то, где-то. А, вот я за тобой. Я лечу на спам, я лечу на спам. Я супермен. Надо что имею летать. Оп. Так. Так, что, Кирич, все, заканчиваем, короче, смотри. Мы сегодня раздали очень мало подарков, потому что что-то ребята какие-то пассивные оказались. Да? Ну, зато я узнал, знаешь, что? Че? Я холодильник. Итак, короче, вибрируй на фоне. Я пока буду прощаться. Итак, ребята, короче, мы будем теперь заходить так почаще. Мы будем раздавать всякие вещички. И если вы хотите, чтобы вам что-нибудь мы с Кирчем раздали, то заходите к нам на сервера. Мы покажем вам, как надо играть. Мы покажем вам. Мне можно заканчивать вибрировать? Что такое? Холодильники? Да, можно заканчивать уже. Я уже все, вижу, все. Всем пока. Да, ребят, все ссылки в описании. Кирич с вами попрощался. Я еще немножко потренжу, что вы можете поставить лайк, там вся фигня. Чем больше лайков, тем больше нам мотивации с Киричем пойти антидоту, короче. Да, повибрировать. Все, ребят, в следующем видео увидимся. Всем пока-пока.